Илья, с победой. Очень такой напряженный матч получился. Расскажите немножко об этой игре против ЦСКА. Да, интересная игра. Хорошая поддержка у нас была. Мы знали, что ЦСКА играет такой активный, тяжелый хоккей, поэтому подготовились хорошо. Сегодня у вас, как в одном из, наверное, редких случаев, когда было очень много работы, особенно в третьем периоде, армейцы пошли вперед, невероятное спасение. Как сами этот момент проживали? Просто ждал момента, стоял в воротах, ждал шайбу. Ну, насколько все-таки это вдохновляет, скажем так, партнера помогать в таких нереальных ситуациях спасали? Не, ребята на себя ловят весь сезон, по протяжении всего сезона. Мне уже пора было выручить пару раз, поэтому, да, хороший матч получился. Насколько важно было сегодня победить, там серию неудач прервать? Да, парочку тяжелых поражений, поэтому психологически важная победа. Ребят, молодцы. Что касается трибун сегодня, атмосферы, насколько классно было? Как обычно, лучше.